кошковедения, часть третья. Бурмесская кошка. Бурмесские кошки обладают секретом долголетия. Бурмесский кот из Австралии прожил 24 года, и это рекорд долголетия для его породы. Еще у этой породы необычный вес, их называют кирпичами, завернутыми в шелк. Известно также, что они везде следуют за своими хозяевами. Бурмесцы всегда сообщают о том, чего хотят. Бурмесскую кошку можно назвать болтушкой кошачьего мира. Документальные доказательства древности этой породы – это поэма 12 века, написанная в Таиланде и упоминающая бурмесскую кошку. Кошек этой породы завезли в Великобританию, где их называли черными сиамцами. Бурмесская кошка – родственник сиамской. Но заводчики вскоре заметили некоторые черты, которые отличали бурмесскую кошку от ее сиамского кузена. Они более приземисты по сравнению с сиамцами. Их отличительная черта – красивая расцветка и более выносливое тело. Бурмесцев считают настолько красивыми и сильными, что они стали основой для выведения новых пород – бомбей, тонкинес и бурмила. Короткая шелковистая шерсть – это первое, что привлекает взгляд к этой элегантной кошке. Черный цвет наиболее распространен, но есть и другие цвета – шампань, голубой и даже серый. Несмотря на средние размеры, эти кошки крепко сложены и атлетичны. Они очень мускулисты, их мускулы видны в движении. Желтые или золотистого цвета глаза широко посаженные придают мудрости их взгляду. У бурмесцев очень эмоциональное выражение. Неудивительно, что эти кошки чаще всего жили с монахами в древних сиамских храмах и были любимцами монархов. Сейчас у многих знаменитостей есть кошки этой породы. Знакомьтесь, Отто – лучший друг продюсера Кристофера Коппола. Кристофер – племянник известного режиссера Фрэнсиса Форда Коппола, кузен обладательницы премии «Оскар» Софии Коппола и брат суперзвезды Николаса Кейджа. Некоторые называют меня пиратом Коппола, я даже не знаю почему. Может, из-за косынки? Будучи верным своей природе, Отто не отстает от Кристофера ни на шаг. Но поскольку Кристофер – настоящий Коппола, ему нравится экстрим, как и Отто. Он увидел меня на мотоцикле и запрыгнул на него, а я сказал: «Вот это да, смело». Это может выглядеть опасным, но на самом деле Отто хорошо защищен. Эта сумка для перевозки кошек на мотоцикле оборудована специальным ошейником. Я надеваю ошейник и пристегиваю его, он не сможет выпрыгнуть. Он также защищен, как и я. Это же мотоцикл. Кристофер и Отто привлекают внимание, куда бы они ни поехали. Все девочки ему достаются. Многие ставят на то, что он скоро станет звездой. Продюсерская компания Кристофера сейчас работает над новым шоу, в котором будут мотоциклы, стрипня и, конечно, Отто. Он звезда этого шоу. Посмотри, Отто. Куда бы я ни поехал, всегда беру его с собой. Скоро стану его личным водителем. Для голливудского образа жизни, как у Кристофера, иметь такого друга, как Отто, всегда приятно. Когда я устаю работать или когда я напряжен, мне нравится брать его на руки и гладить. Я успокаиваюсь, потому что он поглощает отрицательную энергию. Любовь Кристофера к бурмесским кошкам началась с его первого питомца Гвида. Мы подобрали его на улице, он стал моим другом, и я подумал, какая удивительная порода. Очень скоро Гвида сблизился с Кристофером и его женой Эдриан. Брата Кристофера Николаса Кейджа настолько поразил Гвида, что он сам купил себе бурмесца и назвал его Луис. Думаю, Николас увидел, каким замечательным другом может стать бурмезец, и, возможно, это вдохновило его на покупку Луиса. Гвида прожил 19 лет. Когда он умер, Кристофер и Эдриан долго не могли прийти в себя. Он серьезно заболел, и мы поняли, что он скоро умрет. Как и Гвида, Отто привязан ко всем членам семьи, и кто знает, может, он будет следующим в семье Коппола, кто станет известным.
Для Кристофера жизнь – это дорога, и кот-байкер хочет ехать по ней как можно дольше. Раньше в Бирме эти кошки жили в храмах, поэтому они обладают секретом хорошего общения с людьми. Они очень общительны. Как настоящий бурмезец, Отто любит проводить свободное время с семьей. Бурмесцы очень общительны, но иногда они бывают слишком назойливыми. Хозяева бурмесцев иногда говорят мне, что им приходится покидать дом, чтобы немного отдохнуть от питомца. Поскольку эти кошки гладкошерстные, то и уход не доставит проблем. Кошки этой породы долго живут, и у них не бывает проблем со здоровьем, кроме зубных болезней. Они унаследовали воспаление десен от сиамцев. В общем, эти кошки здоровы и обычно долго живут. Гладкая короткая шерсть означает, что проблем с уходом не будет. Плюс бурмезец идеально впишется в семью, ведущую активный образ жизни. Отто спокойный и мудрый кот, ему нравится проверять, все ли у меня в порядке.